Никто не забыт. В преддверии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне для самарских школьников проводят уроки мужества. О подвигах советских солдат ученики узнают не только от ветеранов и педагогов. К патриотической работе активно подключились депутаты городской думы и участники молодежного парламента при думе. Первые занятия уже проведены. Как только речь заходит, что это вот здесь сейчас, вот он живой ветеран, вот они люди из вашего города, которые с вами на одной улице жили, они воевали, и благодаря им вы сейчас свободно ходите. Их сразу глаза раскрываются, телефоны отходятся назад, и мы стараемся подготовиться так, что можно было ответить на вопрос. На октябрь запланировано 20 уроков мужества в 16 школах. Также депутаты районных советов проведут уроки более чем в 35 образовательных учреждениях. Важнее темы для советского, российского человека, поверьте, нет. Когда равны равному, да, так сказать, эмоционально рассказывают о тех событиях, вот, рассуждают, то будоражит не только сознание, память, да, так сказать, но и самое главное, оставляет положительный рубец в сердце, воспитывает людей, так сказать, патриотизм. В преддверии юбилея Победы городская дума организует тематические фотоконкурсы, конкурсы творческих исследований, городской поэтический чемпионат и патриотические чтения «Герои Отечества». Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».